Зачем вам Украина? Вот честно. Вот вам лично зачем? Можно? Я, понимаете, мне очень нравится там весна. Тогда, когда в ложбинке между горами, да, цветут вишни. Мне нравится запах. Мне нравятся люди, вот эти вот доброжелательные, да? Вот эта вот открытая улыбка. И если я постучусь, там вот раньше хатки были, да? Вот, я знаю, что со мной побеседуют, со мной вот... Понимаете, вот эта вот теплота душевная, она много чего знает.